Четыре ветерана из Грузии примут участие в параде Победы, которая пройдет 9 мая в Москве. Об этом заявил представитель российского МИД Андрей Нестеренко. Официальные лица Грузии на празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приглашены не будут, подчеркнул дипломат. Вместе с тем, в торжественных мероприятиях примут участие, кроме четырех ветеранов Великой Отечественной войны, еще и четверо грузинских граждан. При этом российский МИД не уточняет, о каких людях помимо ветеранов идет речь. В отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией официальные лица этой страны на торжества по случаю 65-летия Великой Победы приглашены не будут. Вместе с тем, в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве от Грузии, как от бывшей Советской Республики, примут участие четыре ветерана Великой Отечественной войны в сопровождении еще четырех грузинских граждан. Также прорабатывается вопрос об участии в праздновании юбилея Победы представителей грузинской общественности.